На Омском областном конном ипподроме состоялся второй этап чемпионата Сибири по зимним трековым гонкам, посвященный памяти героя Советского Союза Дмитрия Михайловича Карбышева. Торжество технической мысли и спортивный азарт – все это сочетают в себе автомобильные трековые гонки. Длина трека – 1200 метров. Ширина дорожки по всей длине – не менее 12. Покрытие – укатанный снег. В гонке только автомобили, соответствующие специальным техническим требованиям. Шипы запрещены. Очень много поклонников у этой, именно вот этой дисциплины. Связано с тем, что, во-первых, немаловажно сейчас уже фактор, играющий роль тем, что резина, допустим, не такая, скажем так, дорогая. То есть позволяет участвовать очень большому кругу пилотов. И вместе с тем она очень требовательна, эта гонка, вот это покрытие, она очень требовательна к технике вождения. В соревнованиях приняли участие 11 гонщиков. Преимущественно выступали на ВАЗ-2108. А вот неоднократный победитель и призер любительских и профессиональных турниров Игорь Усов боролся за лидерство на чуде отечественного автопрома «Ладе Калини». И не прогадал. Дебют получился победным. Все движется вперед, прогресс движется вперед. Соответственно, ВАЗ-2108 уже снят из производства. Но так как они еще есть, они вроде доживают, скажем так, свой век. А эта машина, скажем так, нового поколения просто. Пролетающие на скорости свыше 140 км в час автомобили заставляли зрителей на одном дыхании наблюдать за гонкой. Не каждый день увидишь, как автомобиль без торможения влетает в вираж и уходит от соперников. Очень люблю автомобили, очень увлекаюсь. Но сама, к сожалению, не занимаюсь автоспортом, но уже есть желание себя попробовать. Осталось дело за малым. Опытные инструктора, я думаю, есть, найдутся. У нас есть техническая школа ДОСАВ, куда можно всегда обратиться. Победителя второго этапа чемпионата Сибири по зимним трековым гонкам определяли по наибольшей сумме набранных очков. Первое место занял мастер спорта Игорь Усов из спортивно-автомобильного клуба «Иртыш». Серебряную медаль завоевал представитель спортивно-технического клуба «Сибади» Дмитрий Сафронов. Бронза у титулованного омского гонщика, мастера спорта Александра Фабрициуса, гонявшегося за региональное отделение ДСАФ России. Наши поздравления!